Всероссийский конкурс лучших проектов в создании комфортной городской среды уже хорошо знаком саровчанам. Благодаря победам в нем в нашем городе благоустроили 2 парка. В этом году администрация также планирует направить заявку на участие. В случае победы еще одна территория в Сарове преобразится. Что это будет за территория, пока определяют. Есть 3 варианта. Из всех рассмотренных нами территорий, мы их рассматривали там порядка 10, мы выбрали эти 3. Ну, это лыжная база, сделано в комплексе, это и левый берег, мы сделали там пешеходную дорожку вдоль берега. А площадь Ленина – это просто уже назревший такой запрос, наверное, на изменение самой центральной части города, самой такой ментально важной точки города. Готового проекта обновления территории пока нет. Есть идеи, как развивать дальше лыжную базу. Например, построить мост, соединяющий старые и новые части города. Что касается левого берега, то его планируют превратить в полноценное пространство, построить там и детские комплексы. Площадь Ленина пока единственная территория, о благоустройстве которой еще только предстоит задуматься. Это важная часть города, которая сегодня не отвечает современным представлениям о городской среде. Она совсем не используется людьми, как могла бы быть. Ее функции первоначальные, когда она там в советское время, уже немножко изменились. И сегодня надо, конечно же, понимать, что с ней делать, как ее развивать. Выбор территории – это первый этап. Проголосовать за наиболее привлекательный, с вашей точки зрения, участок можно несколькими способами. Онлайн, в группе администрации ВКонтакте, или очно на 1-м этаже здания муниципалитета и в молодежном центре. Второй этап будет, когда мы уже выберем территорию, мы будем спрашивать, что же вы хотите видеть там, какие функции. То есть будет обсуждение тех мероприятий, которые нужно реализовать. Когда мы соберем мнение еще и по мероприятиям, мы уже будем готовить некие эскизные предложения, некие проектные решения. И потом их тоже будем обсуждать. Сроки сжаты. Голосование за территорию продлится до 27 февраля. А весной заявку на конкурс надо уже отправить. Результаты будут известны в конце лета. Екатерина Пенова, Константин Островский, Евгений Иващенко. Служба новостей Саров 24.